Здравствуйте, уважаемые друзья! Представляю вам радиоприемник с часами и таймером «Сигнал 304», который выпускался с 1985 года на Каменск-Уральском приборостроительном заводе. Приемник относится к третьей группе сложности и осуществляет прием на длинных и средних волнах. Таймерное устройство обеспечивает отчет времени и автоматическое включение приемника на 30 минут установленное время. На приемнике имеются разъемы для подключения внешней антенны и миниатюрного телефона. Питание от кроны или аккумулятора 7D0115. Корпуса были двух расцветок, черный, как у меня, и серо-коричневый. Масса 450 грамм, диапазон воспроизводимых частот 450-350 Гц. Часы были выполнены достаточно надежно, и что проверено на этом приемнике, не боятся даже легких ударов. Сигнал 304, проверочка. Переводим в режим радио. Так, теперь переводим в режим будильник. И будильничек крутим. Вот, включился. Выключился. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.